Так, ребята, я тут воду уже добываю. Вот ту штуку белую. Вот эту. Я ее уже добываю. Так. И я не остановлюсь добывать. Опа, опа, опа. А теперь мы будем искать Назрит. Поэтому пока. Ну, конечно, 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 конечно. Но зато я добыл все, что мне нужно. Да, это сейчас. Но, потому что мы сегодня, мне нужно добыть дерево. Так. Добываем. Ой, фу ты. И теперь идем за дерево. Сейчас, когда я добыл немного дерева, мы отправимся в шахту. А в шахту мне за лазуритом. Так, мне нужно пойти на склад. Вот и она, эта лопата. Поэтому мы берем ее. Идем вверх, на верхний этаж деревни и копаемся вот тут. И со 100% шансом мы найдем либо шахту, либо алмазы. Это со 100% шансом. Ну, не всегда бывает, но... Да. А теперь тут мы будем копать уже алмаз. Просто копать вперед. И с каким-то шансом мы найдем алмаз. Редстоун нам тоже нужен. Да, да, я хочу, чтобы и делаем, получается, факела. Так,
получается, мне нужно убрать щит, он все равно уже с умное место щита, вот так Ну, как вы видите, мы не находим алмазы. Алмазы. Короче, если мы не нашли, то идем обратно. А эти туннели мы забрасываем. Нафиг. Главное просто взять. Поднимаемся наверх. Мы настроились наверх. Если мы не нашли, то мы идем нормальную шахту. Да, в прямом смысле мы пойдем в нормальную шахту. Потому что, как вы понимаете, мне нормально, потому что... Без нормальной шахты мы ничего не найдем. А вот скелета мы, получается, тут найдем. А вот это уже проблемы, я вам так скажу. Их тут много. Что тут скелет в золотой броне? Я все сделал. Да, мы нашли то, что я искал. И вот тут уже мы с шансом 95% найдем алмазы. Главное, чтобы меня никто не столкнул. Потому что... Чтобы меня тут никто не... Хочу. Ты серьезно? Да.
А вот теперь у нас есть проблемка огромная.